Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наше прохождение RimWorld HSK 1.4 с модами WFAE и HMSNE. Не буду уже расшифровывать, они слишком долгие. И как у нас оказалось, у нас нету еды в колонии. Мы голодаем. И также надо уже начинать строить мастерские, потому что надо уже переплавлять руду и всякое такое. Поэтому я думаю, мы вот так сделаем. Вот это вот мы помещение тоже выкопаем. И вот это перенесем сюда. Также здесь поставим стол портного и все такое. И нам надо в назначениях, в еде, чтобы сырой картофель не ели. Потому что они съели весь собранный картофель, и в итоге у нас нет еды. Так, тут приказы собрать. В работе. Маша, давайте. Сделаем, пусть соберет. Салатиков давайте сделаем побольше. 8. И давайте жареное сорти тоже. 8. Отлично, поехали. Так, караванные животные. О, у нас тут носороги. Но я не уверена, что я убью носорогов. К сожалению. Так, давайте посмотрим, почему у Федота плохое настроение. Без второй половинки у нас, оказывается, у Федота тоже есть кто-то там. И поэтому он грустит, ему неуютно еще как императорской пешки. Здесь тогда давайте здесь вниз вот так еще прокопаем. Здесь у нас вход 5 на 5. Так, 5 на 5. Сейчас давайте просто тогда пока вот эти сделаю разграничения. Так, 5 на 5 5 на 5. 5 на 5. А тут у нас будет жить императорская пешка, поэтому делаем 9 на 13. Давайте сделаем. Если что, потом туда. Вниз, точнее, лучше делать. Вот так. Отлично. Голод. Ну тут уже готовят, уже готовят. Не голодайте. Так, что еще, знаете, что нам надо сделать? Расширить вот эти посадки тогда. Вот настолько. Отлично. И покрытие тоже расширяем. Вот так вот. И вот это выкопаем. Давайте еще, знаете, что сделаем? Эти деревья вырубим вместе с этим. Да вот. Прекрасно. Здесь надо построить двери. Давайте назовем ее Вероника Малинка. А Вера... А, мы не можем. Вероника Малинка. Так, нужен ученый. Ну, ученого мы возьмем, конечно. Так, в течение 16 дней. Идти недалеко, мы сейчас возьмем Федота со слоном, он заодно зайдет в соседнюю фракцию поторговать. Так, грубый камень уносите, пожалуйста. Фекалии уносите. Лишние шмотки тоже уносите, пожалуйста. Гниль уносите. Ага,
У нас пока еще не приготовилась еда. Сейчас мы еду наготовим. И давайте мы еще раз посмотрим, сколько у нас еды. Отлично, простого салата нам должно хватить. Идут 5 салатиков и 2. Вот, отлично. Апероль, палаточку для сна. Вот тут у нас новый камушек появился. Калии. Это все тоже собираем, отправляем. До свидания. Так, милостиву. Отлично, это мы возьмем для Федота. Все, тут уже сами все по ней взяли. Настя, уберите, пожалуйста, там рот. Так, успех ученого, гигиена 1 мы изучили. Давайте тогда торговать. Я бы хотела взять альпаку, если честно. Так, палатку мы не продаем. Может? Блин, а мы лекарственных трав не взяли. Ну ладно. Продали бы сейчас. УЗИ, кстати, хорошее. О, у них есть доспехи, но мы их можем сами сделать. Так. Что-нибудь еще? Нет. Калий уберем. И идем домой. У нас у Арины вроде еще общение нормальное, да? Угу, давайте. Так, сено оставим, картошку оставим, кокос оставим, компоненты так оставим, петину уберем. Песок мне пока столько не надо, минус 3000 давайте, щебень тоже уберем. Травы, вот, можно минус 100 сделать трав. Сера тоже пока не нужна, древесина пусть будет. И давайте прогнем. Нет, Федот. Нет, Федот, только не Федот. Он же у меня императорская пешка. Так, знаете, надо целиться вот в этого чубричелу. Нет, он не подходит. Федот, стреляй. Федот, нет! Давай. Отойди, Федот. Давай. Я знаю, что не могу. Ай-яй-яй, бежим, Федот. Помогите. Лекаршу. Давай, Федот. Слона не попади. Что ты замазила-то такой? Так, она через 8 часов умрет. Ладно, Федот, давай вот в это тогда стреляй. Он ноль попытаний. Он близорукий, что ли, или что с ним не так? Он не попадает, ребят. Слава богу. Одно попадание хотя бы. Thank you.
У меня нет патронов. Что мне делать? Тоник. Это никто не обучал, да? Как я говорила, если у нас имперская пешка умирает, ран заканчивается. Вот такой бесславный конец очередной моей колонии. Я поняла, что не хочу полностью жить в горах. Это очень долгое развитие, долго выкапываться и все такое. Поэтому вообще, мне кажется, это довольно неудачная колония получилась. Ну ничего, мы попробуем еще раз. А на этом всем спасибо, всем удачи и до новых встреч!